Добрый день. Хочу представить вашему вниманию установленный у нас газовый котел Bosch GAZ 6000. Котел является двухконтурным на отопление помещений и обогрев воды. Котел был установлен самостоятельно. Настройка была произведена специалистами. То есть сейчас он запущен в действии, так сказать, в рабочем положении. Температура обогрева помещений установлена на 50 градусов. То есть все замечательно, все работает. Котел, мне так кажется, что достойный. Без каких-либо замечаний и нареканий. Управление все очень просто. Выставляешь заданную температуру. В дальнейшем он ее набирает и поддерживает. Всем спасибо за внимание. До свидания.